Всем привет! С вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на фотосессии Вика Симакова. Вика, сама себе пару слов скажешь или мне про тебя рассказать? Давайте. Давай. Ну, я занимаюсь художественной гимнастикой, я фотомодель. Два. Люблю фотографироваться, к примеру, мы сейчас на фотосессии. Это было два? Да. Ну, иногда на лето езжу на виндсерфинг. Виндсерфингистка, три. Певицы. Четыре. Все? Да. Ты готова? Начинаем. Ссылочка на Вику внизу в описании видео. А у нас сейчас будет интересный челлендж «Достань бабочку». Сейчас будет самое интересное. У нас улетела бабочка, нам надо ее на палец переманить. Спасли бабочку. Классно. Тигран. Тигран, как всегда, не подвел. Эй, давай-ка туда уже, коробочку. Давай, вот так вот подарок чуть не свалил, да? Да, все. Че, Вика, ты теперь готова фоткаться? Да. Да, пошли. Все, самое интересное тебе досталось прямо с бабочкой. Мы с челленджем по бабочке, да? Спасибо, Игорь, через одну бабочку. Так, я готов. Вика, шаг сюда сделала. Это здесь, да? Да. Поехали. Так, сейчас. О, молодец, да? Угу. Молодец, да? И сейчас? Так, ну, теперь мы работаем, да? Да. Можно. Покупайте. Да. Так. О, я не ожидал спустить. Еще раз. Да. Отлично попало, да? Тоже хорошо, да? Так, еще раз. Ну, делай. Волосы назад сделай, подожди. А то у тебя все волосы вот здесь будут. Да. Да. Молодец, да? Да. Вика, сюда шаг, пожалуйста. Да. Ну, ты еще раз можешь. Да. Молодец. Ой. Прикольно. Угу. Сейчас. О, молодец, да. Было? Попало, да?
Переодеваться. Виктория Смакова. Ссылочка внизу на нее в описании видео. Всем пока.